Добрый день! Вы на канале Мадам Валентина. Купила на рынке такой веничек с лавровым листом. Посушила и буду вот использовать его. Я обычно покупаю веточками, потом обрываю, сушу. Он такой зелененький остается, приятненький. Лавровый лист в первую очередь ценен своими эфирными компонентами. Из лаврового листа добывают ценол и камфору. В его состав входят витамины, микроэлементы. Лавровый лист помогает и улучшает состояние при ревматических заболеваниях. Лавровый лист улучшает аппетит, поддерживает ослабленный иммунитет и даже помогает справиться с туберкулезом, сахарным диабетом, при геморрое. Также помогает при простудных заболеваниях. При настое такого листа используют для похудения. Но любое народное средство требует особого внимания и лучше попробовать сначала немножко или проконсультироваться с врачом. Лавровый лист много используют в соусах, маринадах, супах, бульонах, при приготовлении рыбы, мяса. Но вот почему-то я сколько просматриваю рецептов, наверное, в одном из тысячи я увидела, чтобы клали в супы бульоны. Ну, это очень такой полезный, не знаю, как назвать правильно, продукт, лист, приправа, соус к соусам. Хороший лавровый листочек. В древние греки настаивали лавровый лист и обмывали руки перед едой. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Пока-пока!